Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Игра поражала современной трехмерной графикой, невероятными эффектами и зрелищными поединками. С тех пор прошло немало лет. Несколько потускнел блеск не только серии, но и жанра в целом. Давайте посмотрим на Tekken 6. Что нового может предложить этот самый современный файтинг? В 2009 был на удивление удачным для любителей виртуальных поединков. Soul Calibur 4 и Street Fighter 4 порадовали многочисленных поклонников. Скажу сразу, своих фанатов не разочарует и Tekken. Другой вопрос, насколько это будет интересно новичкам. Сумеют ли они разобраться в игровой механике и понять, в чем сильные стороны игры? Round 1. Сингл прохождение может быть практически бесконечным. Дело в том, что после того, как вы одолеете режим истории, можете попробовать себя и в так называемом Ghost Mode. Это имитация многопользовательской игры, где искусственный интеллект будет предлагать вам все более сложных оппонентов. Все это будет щедро вознаграждаться, а местную валюту легко потратить на многочисленные костюмы для своих персонажей. Втянуться в игру можно довольно легко. Тут всего 4 кнопки, 2 удара руками и 2 ногами. То есть любой новичок может крушить соперника на легком уровне, просто перебирая кнопки. Но за всем этим стоит довольно продвинутая, я бы даже сказал, глубокая система управления. Чтобы освоить блоки, контратаки и комбо, требуется отличная реакция, память и трехмерное мышление. Только терпеливый и вдумчивый игрок сможет стать мастером Tekken, по которому, кстати, проводятся настоящие чемпионаты. Но самое главное — это, безусловно, многопользовательская игра. Начиная от самой простой, вдвоем за одним экраном, она может доставить массу удовольствия. Здесь есть поединки одиночные и командные, система интернет-рейтингов и онлайн-турниры. Вы можете сразиться с игроком из любой части мира и потом посмотреть на свое место в мировой табеле о рангах. Чрезвычайно увлекательное занятие. Подводя